Здрасте! Здрасте всем еще раз, дорогие друзья! Ну что же, мы наконец-таки возвращаемся к славной доте Ферзи и Луна Гейминг. Карта под номером 2. Ну, практически час мы затратили на предыдущую карту, чтобы лицезреть вторую. Ну и Ферзи, конечно же, в серии проигрывает 0-1. Я думаю, что, ну, кто смотрит за АТ2 целом, тому не привыкать видеть такие счета не в пользу команды Ферзи. Но, тем не менее, вторая карта, возможно, пойдет по несколько иному сценарию, а, скорее всего, так и будет. И Луна Гейминг, может быть, это все дело не закроет 2-0. Посмотрим, посмотрим. И пока интересно, появляется Алхимик для команды Луны Гейминг, там Бестмастер Лина, ну и Вивер Кунг также для Луны. Но пока раздрав довольно быстрый. ЦМ-ка, ЦМ-ка. Паш, люблю, люблю. Вот это хорошо, вот это мне нравится. Ну, на рафланах, конечно, на максимальных пацаны пошли, походу. Я подозреваю, что Ферзи, ну, типа, все такие, типа, предыдущие по потере, а то можно уже спокойно залить. Понятно, что это не супер наигранная какая-то невероятная ультра-страта. Из позитива, да, что я бы хотел сказать, то, что для Лины здесь не такая плохая игра, именно в вопросе ее тиммейтов. То есть это Лина мидл, скорее всего, для Ашашаша. И Мэджика же будет играть с Бестом и Пуджом, и это прикольно. То есть это приятный лайнап, если Пудж Керри, я имею в виду. То есть у тебя два жирнича, ну как жирнича, два мужика, которые идут вперед, и ты сзади настреливаешь. Тебе комфортно позиционно, ты можешь, соответственно, многое сделать в этой игре. Вот. Является ли Пудж хороший контроль Алхимика, Вивера и Кунки? Ну, я бы не сказал, конечно, в целом. Но посмотрим, как он будет здесь смотреться. Непонятно пока, какие позиции у Луны эти герои могут занимать, потому что пока вообще у них такой раздрав, похожий на X3-тих. И Виверна еще. Ну, Виверна вообще перекрывает и Бестмастера, и Паджика, они тоже неприятно играть. На Бестухе вообще просто смерть, гроб-гроб, крест-крест, неприятно. Так что пока по драфтам в этот раз, если вот предыдущий я говорил о том, что мне у Ферзей нравится больше, то теперь у Луны реально драфт, ну, прям ультра-мега серьезный, который не имеет практически каких-либо серьезных недостатков. Вот, но в случае с ферзями понятно, что они взяли все это на драку. Дикую драку необузную, постоянную, да. Цемка агрессивный герой, Лина агрессивный герой, Бестмастер чел, который будет сносить товара вместе с этой Линой. И Пуджара, понятно, тоже герой, который не требует 5 слотов для раскрытия персонажа. Он требует буквально 2. Это Вангард вместе с Аганимом. И уже после этого ты уже типа такой мужчина, который, значит, потеет, воняет, идет на мужиков вперед и жрет их при помощи ультимейта. Вот, в целом, большего особо и не надо. Ну, желательно потом еще БКБшку иметь, но здесь она тоже не так сильно пока что спасает. Посмотрим, какая позиция Алхимика. Это самое, наверное, интересное. Я думаю, что... центр. Я думаю, 4. Моя ставка такая. Он может быть 2, может быть 1, может быть 4. Но потому что я пока вижу, я бы сказал, что это, наверное, все-таки не 1. Мало того, алхимику здесь 1 плохо стоять, а алхимику 2 стоять, ну, типа норм, но Кунка лучше будет, потому что он просто соберет свои ранние БКБ и пойдет душить, пока там пацаны будут фармить. Да, и сквозь БКБ здесь, правда, есть и Бестмастер и Пудж, но обычно такого объема ДПСа может и не хватить. Вообще, честно говоря, против Кунки Пуджа не видел еще. Вот как-то получалось так, то, что против этого героя. Но в Китае, например, Кунку в принципе не так сильно много пикует, а в Китае Пуджа было больше керри. Вот, поэтому как-то этот лайнап я не палил пока что. Так, минус Урса, минус Снайпер. То есть Луна думает то, что Пудж это не керри здесь, да? Она думает то, что Ферзи возьмут себе Пуджа. А, это типа Пудж для Нонграта? Без... Хотя нет. Ну, слушай, это... Может, Пудж четверка? Видимо, Пудж четверка. Ну, Пудж четверка, это... тогда это скучно, тогда это не то. Мне тогда не нравится. Он, конечно, здесь в целом с блинком очень круто работает в вопросе спасения из-под всякой фигни, типа Винтера Верна, например. Вот. И позиционку противнику ломать тоже может. Но в сравнении с тем импактом, который может единица оказывать, ну, не так весело. Хотя, может, они понимают, что пуш единицы здесь тоже не так силен из-за вот Виверны, из-за Кунки. Ну, фиг его знает. Ну, тут на самом деле, блин, тут можно и зафлексить Кунку в 3. Ты можешь Кунку сделать, не знаю, там, четверкой, не знаю, что ты хочешь можешь с ней сделать, с этой Кункой. Алхимик мне просто по-прежнему кажется, что все-таки он лучше в позицию центра, нежели там четверку. Не знаю, ну, мне не очень нравится Алхимик 4. Ну, видишь, они при этом всем Ферзи думают, что точно это не 3 кора, которых показали Луна Гейминг, поэтому банит еще одного кора. Ферзи не смогут играть с Найксом. Найкс здесь, кстати, смотрелся довольно сочно. Тут плюсую. Мало того, Нонграта любит за Найкса катать. Я помню по стримам Ингара. Угу. Вот.
Ну, кунг, походу, реально делают кор позиции 100%. Потому что, да, понятно, почему у Урсейла в стиле рубани. Просто непонятно, куда. Не, понятно, что на мидовой, думаю. Но сейфлейновый кунг — это полная вообще фигня. Ну, то есть это... Не, ну был же он одно время в мете до патча, да. Он и сплыл, потому что он реально и тогда был плохим, и сейчас плохой. Ну, то есть он очень мало выигрывает. Нерабочий совершенно персонаж. И так, это Рубе с Last Pick, и того это король Ренат на Рубике, Керри Пудж, Бесмастер 3, Лина Мидл, ЦМК 5. И Пудж ЦМК это ультралайн, убивающий любую тройку, если пацаны нормально нажимают кнопки. Или любую четверку, неважно кто там будет. Короче, это просто развал, то есть фростбайт качается на первом левеле, хук, и ты, соответственно, по таварам не весело вообще. Рубес тут крут, потому что он стилит Винтер Верну Вивера. Вивера, соответственно, шикучий, супер, очень-очень серьезный спелл для того, чтобы и фармить, и драться. Виверна, соответственно, Винтер Кирсу можно вся забрать. У Кунки можно забрать корабль, если повезет. Вот. Ну, а химика особо стилить нечего. Банка такое себе. Вот. Ну и Луна сейчас будет думать, что же им на керри пикнуть или Вивера на керри поставить. Потому что Вивер 4, но я не знаю. Мне не впечатляет меня эта тема. Ну, это как, знаешь, старый добрый вивер четверка вот этот, который быстренько, ну как быстренько, собирает себе аганим, просто пытается, да, линза, аганим и все. Они могут какую-то фантомку, кстати, выдумать. Ну, фантомка тут быстро падает так-то, на самом деле. Да. А, ну все, да, все правильно. Ну, короче, махач будет. Я уже доволен, потому что если здесь был болотовой какой-то персонаж... Это реально керри алхимист все-таки. Да, то есть. Или нет. Шут играл у нас на керри, то есть это керри кунка, да, и тройка алхимик, и тройка медовая верно. Чего? Вау, вау. Это ну, жестко. Возможно, это сейфлейновая верно, кстати, теоретически говоря. И... Ну, ладно, посмотрим сейчас по лайнам. Пока вообще непонятно, но выглядит прикольно. Ну, выглядит, да, максимально сочно. Ну, опять же, да, мы понимаем, что это, типа... Файт постоянно. Fight, все fight, на файт да. Вообще. То есть маленькие кдшки у всех, очень маленькие кдшки у всех, да, то есть, ага. Это медовый грим. Шиш. А, да. Шиш. Жестко. Ну, а чё им так вообще? Вот, он тут комбинится с одним героем, по моим ощущениям. Ну, типа, ему просто... Винтер Кирсы это такое, а вот, типа, алхимик с двумя банками, и все, больше ничего. Ну, ему просто голову вскружило. И вам ее может вскружить, дорогие друзья, если кликните на баннер под окном трансляции, где находится замечательный напиток Торнадо Энерджи. 11 вкусов для вас. Любой выбирайте, я думаю, абсолютно вкусный. Я до сих пор не попробовал лишь один. Причем самое парадоксальное, что я не попробовал именно оригинальный. Вот, поэтому, друзья, пробуйте. И вы знаете, где его найти. Любой из 11 вкусов. Ну и... В целом по игре, наверное, хотелось бы сказать, что отдаю здесь драфт, точнее, предпочтение драфту команда Луна, несмотря на то, что Пудж в противоположной команде. Пудж, это, конечно, всегда весело, интересно, но, не знаю, Лина, конечно, может вырасти супер биговой в рамках этой вот, карты. Вот тут как раз вся надежда именно на нее. Я считаю, что да, окей, против нее супер жирные персонажи, но, первое, Гримстроук она на линии в целом нормально стоит, скорее всего, даже, может, и обыграет. А скорее обыграет, чем нет. Хотя имбач, очевидно, крутой чувак. И он, наверное, не просто так гримстрок себе взял. Но я подозреваю, что у него нет так много опыта на этом герое. Давайте назовем это так. Вот. И это явно какой-то... Ты читер? Чё? Найс, Рубика забрали. Имбач хотел себе Рубеса, походу. Это есть такая тема, короче. Она появилась со времен, когда начали брать... У кого прослушка, говорит? Ну давайте скажем так, у имбача нет 30-го левла Рубика, как есть у Рената. У Рената, ладно, у Рената 29-й левел, мы зачтем его за 30-й. Так вот, я помню, как нуб в команде Red Thunders регулярно брал против Лины этого героя. Ну, в смысле, Рубика на мидл. Это типа была тема, что ты стоишь против Лины, первое время нормально, а потом, как только появляется 6-й левел, ты забираешь у нее просушку и просто фигачишь фейтболт, просушка. Супер неприятно для Лины, и ты, типа, ну, полезный Рубик, который может и фармить быстро, и двигается по карте, соответственно, насилует стрелов, ну и так далее. Короче, прикольная тема. Но вот король Ренат забрал Рубеса, поэтому имбач решил, что Гримстроук — это лучший выход.
Я, честно говоря, не уверен нифига. Вот совершенно. Мне это не очень нравится идея, но в целом, чем бы и нет. Причем у имбача еще какой-то странный бай тут. Ну ладно, не странный. Чисто на мидл. Вот. Зацените то, что у Кунки алхимика практически симулятивный драфт. То, в смысле, надо бай на первые бабки. Да сейчас все на самом деле грейдят стики себе в ноль. Потом идут на линию. Ну посмотри на худжовый билд, посмотри на это. Плюс 4 армора. Ну да, плюс 4 чисто... армора, 2 колечка на протекцию. Ну то есть один солоринг будет, соответственно, а другой будет... А что? Другой будет... А чё? А фиг его знает. А чё? Ну ладно, ну взял. Просто колечко. А может урна? Колечко, колечко, кольцо. Да какая урна на тройке Пудже? Ну ты чё? Тут весель, скорее это керри. Весельно. А как это на алхимика, на кунку? Весел, чё нет? Весел на керри Пудже. Ну ты чё, Дим? Гром, ты шо? Ну, БКБ не вечная, на секундочку. БКБ не вечная. Но это что, ну не хочется тебе в билде Пуджа делать веселы. У тебя идея вся в том, что ты супер быстро форсишь себе вангард или худак в основе своей вангард. Да, и здесь эти вангард смотрятся круто. Ну, потом, я просто пытаюсь объяснить потом два делаешь кольца. Огонь, максишь пассивку и убиваешь всех. Нафиг. Вот и все. Да. И я типа, буду... сам дэмэджа не получаешь. И я буду счастлив, если я, ну, буду прав, что это действительно будет весел. Я не буду счастлив. Потому что он ломает тогда темп Пуджа, да? То есть вот у Пуджа должно появляться в тайминг Аганим, потому что он в этот момент становится ОП. И потом ты берешь себе условно там какой-нибудь БКБ, и ты супер силен. А если ты себе весел собираешь, то ты выходишь не в тайминг Аганима, и либо Аганим тогда скипаешь, и это вообще отстой, а не пуш получается керри. Вот. Либо ты не сумеешь вовремя зафорсить тот БКБ там или блинкдаггер, который ему будет... Короче, так. Ладно, мы не будем думать о веселых сейчас. Мы вообще не для этого здесь. Да, в смысле. Я ради этого сюда пришел. Эй, ты чё? Димон. Димон! А я думаю, будет ли ФБ или нет? Ну, у нас бестмастер ушел. Я думаю, вообще, потенциально всегда можно. Там колба плюс хук, и это все работает. Каблучки и все тип-топ, ну ты знаешь. Ну, сейчас да. Будет хук в тайминг руны. Оп! Забираем мы Алхимоса. Теперь надо прокачать колбочку. А это будет замедление, ладно. Ну, колбу, наверное, не хотел скачать, потому что на линию еще идти. Он на всякий случай плюс оставлял, если будет тэп-аут агрессивный от Супернова. Но никакого тэп-аута здесь нет. И очень интересный агрессивный вард снизу у нас. От команды Луна. Ты, кстати, купил себе какой-то бандл, нет? С какими-нибудь фразочками? Нет, нет. Блин. Не знаю, что не купил, кстати. Вот Dota Plus я себе взял обратно. А ты через Steam пополнял? Да. О, блин, надо тоже сделать, надо продать что-нибудь. А сейчас Steam можно пополнять вообще или нет? Да, просто. Ну, я откуда знаю, как бы. У меня есть. Не, ну может ты пополнял. Не, у меня есть возможности, я не пополнял. Понял. Интересно, вот. У тебя возможности, однако. Ну. Прекрасно понимаешь, почему они есть. Абсолютно. На боте тем временем проседает, а бестушечка, соответственно, у нас как обычно. А, кстати, это Нонград, а на бестмастере сейфлейн, потому что они стоят против Кунки, типа. Кунка свапнулся, Супернова... Ну, я не знаю, короче, что за идея, в чем тут прикол. А, потому что не то, чтобы Кунка как-то плохо стоит против Пуджа, или наоборот. Но... А, да, Кунка, точно, Кунка хорошо стоит против бестмастера. Вот в этом идея, понял, все, хорошо. То есть сейчас бесту нельзя вызывать никаким образом медведей, но он все равно будет качаться через топоры, поэтому в целом это не меняет так ситуацию. Давайте без пауз, пацаны, давайте так, сразу прям, чтобы мы посмотрели. Дискорд. Ну да, с Дискордом в последнее время что-то творится от какой-то. Фу, такая же штука. Мы с Фарсом не так давно пытались зайти в Дискорд, наверное, минут 10. Тебя просто выкидывают, и ты не можешь ничего с этим поделать. Рандомно просто. Захотел, выкинул, захотел, не выкинул. Бывает, у тебя микрофон не активируется или что-то еще. У меня так пару раз тоже на эфире было. Не знаю, я вот считаю, что нужно переходить либо в Мирку, либо в Вентрилу, либо в Skype обратно. Ну, TeamSpeak на крайняк. Чтобы прямо, знаешь, надежно. Надежно, да. Особенно, когда палило айпишники через Skype. Супер надежность вообще. Дота можно было смотреть. Бесконечно сидели в паузах просто. Дискорд тупит. У вас норм здесь? Спрашивает барабан. Ну тогда надо заходите к ним, что десятером сидите, в чем проблема? Ну, по комнатке вижу. Просто разбегитесь, да и все. Нормальная практика же есть. Да не-не, в десятером в одной комнате можно нормально. Ну, чтобы прям нормально, прям вот совсем по рофлу, чтобы. Да, да, чтобы предельно.
Какой же гений против меня на линии? Какой же гений против меня на линии стоит? Можем пока паузу рассказать про поводу баннерочка. Может быть, на нас плывет замечательная надпись сейчас. Потому что все равно паузу делать-то нечего. Есть баннерочек, нет? Показывайте, показывайте. Покажите баннер. Друзья, вы его не видите, но он есть. И нет, подожди, есть, подожди, мы не рассказываем, пока нам не показывают на трансляции его. Это наше условие. Так. Так. Не, режиссеры, короче, спят. Я понял. Понятно, вот так-то они смотрят доту. Я считаю, нужно увольнять. Увольнение мгновенное просто. Sorry, Discord is US. Так, вроде все уже объяснили, но вообще лагал, но сейчас норм, понятно. Так, я вот хочу себе какой-нибудь новый никнейм поставить. Вот сейчас у меня стоит Mute All, по-моему, по-моему, да. Я посмотрел Chef Chelios. Это же, по-моему, из фильма «Адреналин», да, если не ошибаюсь, да, у него? Да, да. Стэтхэм, которого играл. Да, но. Chef Chelios звучит как-то прям хорошо. Барабан так себе, ТСА так себе, супер, ну, понятно. Сколько, что это там? LVK7. Вот это вот хорошо, конечно. Это low kiss. Ну, понятно. Вот и как я должен знать, что это low kiss? Или в нашем простонародном варианте, и в том, как они друг друга называют в команде, лашкес. Лашкес. Да. А почему вот имбач это чмай? Чмабл. Это же не первый год в киберспорте. Ты же знаешь, что раньше так надо. Так вообще было нормой называть себя, если, ну, в смысле, наоборот. Еще и циферками желательно. Че, все, нормально, нет? А, хз пишет. Ну, ждем, ждем. Когда там решат проблемы с Дискордом, парни. Так, давай так, поехали. Здесь у нас, по-моему, глагол повелительного наклонения на кунке. Дейра, Мадейра. Ну все, в принципе. Больше интересных нет. Да, конечно. Вот какой самый, ты помнишь, возможно, знаешь, самый интересный никнейм, который ты когда-либо встречал, и ты прям с него дико кекнул. Ну, в паблике, в том же, чем такое. Знаешь, там, типа, там, Ира Рапира, вот это вот всякое такое. Встречается. Слушай, я тут написал, короче, нашим администраторам. И вот он, наконец-таки, тот самый баннерочек онлайн. Кликайте по трансляции, получите фрибет до 10 тысяч рублей и ставьте на Dota 2. А, круто, круто. Изи, изи. Сделано во время паузы, чтобы вас не отвлекать от просмотра вашей любимой игры. Что ты там меня спрашивал громче? Я спрашивал, встречал ли ты в последнее время какой-нибудь орный никнейм в паблике, с которого ты прям, ну, реально выпал? Они все совершенно нецензурные. Или касаются... всего, что запрещено на Твиче. Вот. Я не знаю, может быть, единственное, что мне понравилось из того, что хотя бы можно произнести на Твиче, это Дашкина черная мамба. Потому что она постоянно катает на венике или вайпере. Вот. Поэтому она ядовитая черная мамба. А так в целом, да. К сожалению, почти все, вот, что по-настоящему запоминается, оно что-то вот такое нехорошее. Осуждаемая. Так, ну ладно, пока у нас пауза есть, а ты же не можешь, да, получается? А нет, ты, ну в теории можешь, но я не знаю, насколько это целесообразно так делать. Посмотреть историю своих последних игр, на ком у тебя были игры. А так я могу, да, у меня же не этот, не хост. В смысле не хост, у меня хост? Да я не хост, потому что я не хост, чё? Я камерой вожу, но я не хост. А, ну это да. Короче, сегодня я запустил стримчанский утром. Хочу сыграть на Бладсикере, случайно пикаю бруду на сейфлейн. Прошу пацанов, чтобы они сватнулись со мной на пост 3, чтобы я там хотя бы что-то делал. Вот, со мной идет Огр, мы в салат заливаем линии, все три причем. Вот, я иду все равно на первую позицию, потому что моя ЛЦ сказала, что она тройка, и вообще не реагировал нормально. Вот, мы залили за 22, вот, я доволен был тем, что хотя бы времени мало потратил. Потом я пошел на Медузе, выиграл за 41 на Суперизе, потом взял Сикера того, которого хотел как раз. Вот, очень долго заливал ее, но в конце концов залил за 52. Вот, а так у меня последнее время много Энигм, много Марси и много Пуджа на керри. Вот. Не, у меня тут вообще рассада лютая. У меня сегодня Течес, до этого Зевс, до этого Мирана, БХ... Течес, Пак, Снэпфайр, Пуч, Течес, 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 Тайтхантер, Шадоу, Шаман. Меня на линии?
ДП, Висп, какой же гений аппарат, на линии. Феникс, Юрий, Шторм. Просто каждый раз разные герои какие-то. Ну, пока это хорошо для комментатора. Важно разнообразие, чтобы чувствовать разных героев. Вообще да. Не, я тут просто, опять же, на Валоранта снова очень сильно подсел, поэтому тут, ну, турбо так, поменьше стало. Я раньше играл по 10-15 турбо в день, сейчас, ну, так вот, я советую тебе просто нормальные игры играть для того, чтобы ты тайминги чувствовал. Это правда важно. Не-не-не, я имею в виду, в смысле, когда заходишь в доту, не играй турбо, потому что турбо не помогает тебе в понимании макро доты. Она очень сильно меняет свое впечатление о том, как должна играться дота. И я считаю, что заходить в игры надо, чтобы получать удовольствие. В турбо я быстро либо всосал, но ты дота можешь еще играть для того, чтобы игру понимать. Сообщаю тебе. Ну, у меня 8000 ММР основной аккаунт. Ну вот, вопросов ноль. Но я к тому, что надо играть, чтобы типа чувствовать, как герои двигаются, как на них должно исполнять. Причем, ну, желательно. Лично я начал просто вот после довольно долгого времени, когда я играл онлайн в саппортах. Я сейчас стараюсь играть почти на всех позициях постоянно. То есть там начал даже мид изучать. Там инвоскер, ну ладно, инвоскер у меня доисторически был нормальный. Вот, там на Эмбере начал катать, на Шторме еще до того, как его понерфили. Вот, чтобы хоть как-то, ну, ощущать его по игре и против кого стоять удобно, против кого не кайфово, чтобы потом видеть, как пацаны это все дело исполняют уже в про. Вот, мне кажется, это довольно хороший и важный скилл для комментатора. Тем временем на топе красиво TSA все делает, потому что Барабаныч, во-первых, он фестбат Супернове отдает, во-вторых, Барабан давал дефолтный хук против Алхимика, но Вивер спас своего товарища, поставился под хук специально. На боте тем временем Джон Траволта погибает, походу, он же Нунграта. Да. И Кингар его не спасет. Ну, ладно, на центре что там? Ой, ну, Лин пока что Соливар не устраивает. На самом-то деле, не прям сильно, в сравнении с предыдущим раскладом, да, где Пак стоял, ну, где Имбач играл на Кунке, и он развалил Ашашаша, будучи Паком, который играл на Паке, потому что Ашашаш еще подфармливает же сайт-кэмп. Вот, и поэтому крипов официально просто больше. Но в целом понятно, что с каждым левелом все будет сложнее и сложнее. Но Гримстрок привел к ситуации, где у него будет вкачано 4 первый спелл, и он просто кисточкой будет смывать лайн и бежать фармить кэмп в лесу. И в целом все у него будет окей. Так, что у нас там на топе? Возможно, опять нападение будет на виверочке здесь. Есть колбочка. Замедлить. Ну, ТСА здесь крутится, мутится вообще в порядке. Да, но Лина, ЦМ-ка погибнет здесь. И минус хук. Ну, да. Ладно, Виверна хотя бы разменивается снизу. Хоть что-то. Ну, Пуджой, очевидно, очень некомфортно на этом лайне играть. Вроде как у тебя ЦМ-ка, которая очень сильна с Пуджом, потому что дает колбу, и ты даешь хук под нее. И у вас дэмэджа, в принципе, довольно много, да, со второго левела. У вас уже ДПС, то есть у ЦМ-ки один из рекордных объемов дэмэджа на втором левеле. Потому что у нее сотка, причем там 100 получается с лишним, 150, да, 150 плюс 130. И это довольно... Опа, хукшотик. Ну, видите, уже дэмэджа не особо хватает. Нафидели. И ты такой, типа, блин, какая же жесть, что-то меня жестко бьют налево-направо, неприятно. Кстати, и при этом всем очень круто работает линия Вивер плюс Алхимик, потому что они вдвоем делают тебе минус армора очень много. Минус армор это если спрея четверка, минус армор от The Swarm, там в зависимости, да, от атак. Но если долго лежит на тебе жук, то там доходит до минус типа 8. Это очень объемно. Поэтому вот Пуч молодец, что взялся 2 рингов протекшена. Вот Цемка такое сделать не может, поэтому она просто вмирает за секунду с минимального воздействия. Ну, по крипам, тоже... да, все-таки. Чаще. Mm-hmm. Да, я продолжу. Да, разницу по крипам смотрю, просто у Мэджискуш у него уже 6-й. 5-й левел пока что, у Имбача 5.5. Да, но да. По-хорошему, то да, Имбачу-то по большему счету ему не то, чтобы нетворс именно нужен, ему нужно вот прям грамотно дать Soulbind по драке. А Инксвеллом и так он нанесет это. Ну, очень типа много. Того. Проблема в том, что у него, видишь, сейчас не будет огромного Алхимоса, потому что Алхимос играет не через 2-0-2, да, например, а играет через 2-1-1. Опа, Барабаныч, последние тычки, и рота не хватает. Вот это вот момент, да, когда ты вот в самом начале немножечко подфидел, и все. И дальше очень сложно играть, потому что ты просто не перебиваешь оппонента. Mm-hmm.
Поэтому Пуджара сейчас вообще хотел себе стаки, да, на жирочек намутить, но вместо этого получился просто минус по фрагам. А как у Кунки там дела обстоят? У Кунки нормально все. Нормально, да, 2650 на Творс, неплохо. 2700. Взял себе уже, конечно же, шлем на армор, минреген здоровья. Я не понимаю, кстати, Нунграту в вопросе того, что он качается не через топоры. Возможно, идея в том, что он понял, что он все равно не перебьет своего оппонента по дэмэджу. Но с другой стороны, нафига тебе третьи кабаны, если их все равно стоит Брингерос ломает. А здесь Мэджи Скуш погибает, скорее всего. Да, жалко, правда, для имбача, что он погиб и не лутанул даже экспы здесь. Да, я смотрел, снизу у нас фраг. На боте, да, убивали Кингара, что-то... В этот раз намного слабее лейнинг стадию проводит Ферзи в сравнении с предыдущей картой, где они довольно круто все сделали, да, там и у них было довольно... Ну, не то, чтобы у них было какое-то сумасшедшее превосходство, скорее они просто 50 на 50 нормально стояли, и темпларку жестко гнобили за счет драфта Джеки Росс на пост-3. Там Вивер оставил верхнюю линию на Супернову, ну, из-за этого, конечно, Супернова чуть быстрее бустанется по XP и возьмет себе шестой уровень, да, буквально еще там парочку крипов, троечку ему. Вот, ну и здесь... Ферзи теряет еще и Курьер. Неприятно, неприятно. Зашел за Тауру на Скунг, и под корабль, конечно же, здесь встает Бестмастер. Ему здесь выжить, в принципе, еще можно. Там Халбуфаринен вилл дает очень много регена, и пробить его сложно. Но сейчас стать Брингер хоп, и все. Дера... А есть же Сплинтер Бласт, дай Сплинтер Бласт. Ну там не надо, его так и так убивает этого Рубика. Даже несмотря на стики, несмотря на его все. Просто защемили, его просто закрыли, да. Обнимают. Killing Spree от TSA на топе, умирает в очередной раз пуш, но это ГГ. Это уже сейчас вот просто такая заливалова пошла, что очень сложно будет из этого камбэкать. Потому что у тебя две линии проиграны среди там трех. Там ТСА уже большой, на самом деле, пятерка уже на 7-й минуте с 6-м левелом. И ему, по сути, остался там косарь до Spirit Vessel. А со Spirit Vessel они так темпанут, что ну, там никто не выживает под таким темпом. Да. И вот с кем играть Ашашашу теперь, да? У него два саппорта, которые имеют четвертые лева. У этих саппортов нет денег совершенно. У Рубика даже ботинка нету, настолько все плохо. И Ашашашу ему нужны активные саппорты, ему нужна хорошая сильная тройка. Тройки он своей не увидит еще фиговую тучу времени, потому что эта тройка будет бить ТВРа и будет заниматься доминатором своим. А единица его в виде Пуджа Керри... Она просто сломлена, она просто отсутствует пока, да, и вполне вероятно, у барабана вообще никакого нетворца не будет, потому что Керри Пудж, к сожалению, в отличие от других Керри, не может уйти в лес нормально фармить, потому что он не очень не способен в этом вопросе. Ну это грязюка. Это Габелла, конечно. У него шестого нет, схавать не может, да, поэтому здесь будет просто погибать. Еще и Чевчелюс отсюда, вероятно, не уйдет, у него банально нечем, да, то есть даже урон снизить фейтболт пока в КД. Маны не хватает, конечно, на Arctic Burn, но может быть и так затыкает, да, еще одна тычка нужна. Затыкает. Пойдет под тавер, поставил сентрик для того, чтобы дать тычку. Ну, он сейчас может взлететь, на самом деле, на Arctic Burn. Да. И убить. Так, что там на топе? На топе Траволта получил шестой, есть доминатор. Лина сейчас принесет себе тревела. Ну и, конечно же, БКБ сразу необходимо. Очень-очень надо. А у Супернова Блинк тарится первым артефактом. Что здесь, походу, фраг будет, да, у нас на топе? Ну, похоже на то. Замедло лютое, Chemical Rage нет. И Лина сюда Лина еще летит прилетает. На топ. Ну, это правильно. Вот сейчас вам необходимо хоть кого-то убивать на карте. Лина способна это делать с тревелами, и Primal Roar был грамотно реализован. Проблема в том, что мидл одновременно с этим просто убивают два саппорта. Это не саппорт, да, это мидер и саппорт, да. Гримстроуки, да. Ну окей, ну топ там... они занесут, или его будут дефать, вот вопрос. Луна-то имеет ресурсы, чтобы задефать при желании. То есть Виверна может прийти, дать курсу, на Бестмастера, соответственно, его собственные крипы начнут жрать, будет некомфортно. Вроде... И... Я думаю, вот, вроде летит, да. Да, просто даем, просто курсу, все. Дальше занимаемся убийством Беста или Ашашаша. Кого в фокусе, пацаны? Лагуна в Дэру, Дэра в таверну, окей. Максимально на мемах катают, пацаны. И Траволта должен погибать при помощи урны. Тесей возвращается на таймлапс. На бот тем временем катают Пуджа. У Пуджа вангард, но как мы видим, тайминги вангарда ни о чем. Складок нету, а когда складок нету, блока нету. Ой. Тоже. Хук! Пошел. Барабаныч, а чё происходит?
Во-во-во-во-во-во, последние тычки на развороте, супернова! Ой-ой-ой, барабан выжимает. И получает себе первый флеш-хип. Поздравляем его с этим. Очень важно. Так, ну слушай, настроение на топе упало, да-да-да. И вот теперь интересно, что будет дальше. Ну там реально, как он выживал? Там урона вообще нет у алхимика, ну его просто нет. Это единица пока еще. То есть он взял себе сразу фейзы Soul Ring. Почему дагер? Это будет не единица, играть? Типа. Это будет типа кунка типа керри. А, то есть он конормлетово дейдалосный, ну или там сильверейджиный. В общем, с критами. А алхимик, так как это все-таки супернова, да, и это чел, который играет на пост-3 у них, вот, он будет заниматься тем, что он будет вылетать с блинка и, соответственно, создавать позиционку. Потому что у них некому создавать позиционку, кроме алхимика. У них нет инициатора, да, у них гримстроп на мидере, как бы это тебе не пак условный. Вот, поэтому сложновато, конечно, до блинка на алхимике, но он у него скоро будет. Благо, первая монетка, хоть и не очень много тебе дает, но что-то там дает, и это хорошо. Сейчас он дофармит. А, кстати, нет крипов, лолкек, бестмастер все зафармил. Что-то оставил лол хпшных здесь на топе. Так, у Вивера уже Vessel присутствует. Ну а дальше, в принципе, можно аганим, на самом деле. Аганим здесь вообще будет не лишним для ДСА. Угу. Там урона будет и так много. Подозреваю, короче, то, что вся игра сейчас будет крутиться вокруг Magic Ash'а и его БКБ. Да, то есть он на тревелах сейчас будет носиться куда угодно, но до БКБ желательно вообще не въезжать в какие-то большие драки. Только соло-киллы при помощи Primal Roar'а. И Луна это понимают, то, что сейчас на любой части карты может быть Бестмастер плюс один, или там Пудж плюс один, то есть Пудж жрет, Лина прилетает и дает лагуну. И они в целом играют вот на пассивную доту, то есть в которой алхимик не показывается, вот сейчас показывает только Дейра, его жрут. И это, кстати, стопудовый фраг уже без шансов. Еще ну да, тратить курсу не хотелось бы. Для барабана. Что приятно. Локис вместе с Кингаром в супер долбанутой позиции, но у Кингара, конечно же, есть Шикуча, поэтому он может здесь мутить воду. Супернова. Окей. Еще Челиуса это не волнует, он просто уходит. Сейчас еще телекинез можно блин, потратить. Только летит. Нет. Рейнджа все равно не хватит. А шашаш? Опа. Просто лагуна. То есть никакие раскасты, ничего не даем, просто лагуну. И все, идем дальше фармить. А шашаш должен заколить, чтобы больше драки не происходило. Красиво доджит Сочи Челиус. Уходит опять снова с Шикуча. Все, Весел все. Повесили. Супер изи. Стики не, есть, крест есть. Все-таки его поймали здесь. Ну, он в любом случае создал очень много спейса, стянул много оппонентов. Проблема в том, что Ашаша тоже подставился почему-то. Локис, ультимейт от него. Бессмысленно, совершенно беспощадный, но лишь бы хоть что-то сделать. И барабану сейчас надо тихать отсюда с ботом, потому что на него, очевидно, будет выход. И два колечка на защиту все еще есть на армор. Так, что у нас у имбача? Имбач собирает себе Каю, соответственно, шотган, линза, потом акторинчик. Все правильно, с одной стороны. Как-то медленно шмотки у него идут. Это гримстрок, он не очень хорошо фармит. Да, он в целом, на самом деле, здесь не должен выкачивать карту. Да, у него есть алхимик и кунка, вот они должны выкачивать карту. Он выкачивать карту может позже. Потому что ему в целом, ну, ему важнее, чтобы алхимика появился блинкдаггер, например, чем чтобы у него появился Этериал Блейд. Что травела уже есть в целом, ну и нормально, как бы. Кунг свое тоже выфармливает, а герой, который довольно много, соответственно, с карты может забирать. И у Шуда скоро будет БКБ. После Кристаллиса и Армлета. А у Лины уже БКБ готово. Да. И сейчас вот Ашашаш должен инициировать драки. Он должен говорить, пацаны, мы идем с вами драться, потому что у нас есть Fly Vision от Бестмастера. У нас есть, ну, второго доминатора пока нету, но Владимир есть. И Пудж, который, соответственно, как любую цель закрепит. Все еще, конечно, они проигрывают 3000, но вот сейчас они могут инициативу в свои руки взять. В целом. Ну, если, кстати, Сашка попадется под рор, то там до свидания сразу же. Можно хукануть барабану. Можно. TSA вернется. Вполне вероятно. Хотя, ну, короче, опасно так играть. Досты, центри, чего угодно, от лоукиса. Пошел прожарочка. Не хватает ДПСа. А, хватает ДПСа, его все-таки забирают. И то же самое касается и верный размен. Два саппорта на одного. Not bad. Самое главное для барабана, что флешхип. Заработал. Очередной, кстати, да. Ну, так-то плотненький, 1700 хп.
Ну так короче, самое главное его плотное это не в том, что у него много хп, да, а в том, что у него активный флешкит теперь, который дает сумасшедший объем блока. Вот. И этот блок, это же типа, то есть он ко всему. Вот это самое главное, да, то есть есть. И физика, самое... и магия. Щит Лича, например, он дает абсолютный абсолютный damage reduction. Вот тут то же самое примерно по механике. И это реально супер-мега сильная штука, потому что ты не можешь не волноваться о том, какой ДПС в тебя влетает. Важно, то, что тебе в целом пофиг. Я не знаю, как, правда, честно говоря, он действует с чистым. Так, тем временем Дейра. Таверночку. И вот пошло-поехало. Ну вот подвигались по карте, да, начало все получаться. Т1 на центре падает. Может, на самом деле, на Т2 на топе пойти. Почему нет? Аегис есть. Все есть. Ну ладно, за исключением пока Primal Aurora и Фризенфилда. Но он появится буквально через 15 секунд. Так, ну и Кунка хочет дофармить себе БКБ. Без этого БКБ драться, конечно, опасно. Но это прекрасно и сам понимает. Но вот пока ни одной полноценной драки 5 на 5 еще и не устроили, где мы нормально грамотно там Митро Скиорос увидели бы, да, там Soulbind и так далее. Вообще ничего пока от команды. Инициатива ровно 0. Ну, их тоже понять можно. Там Алхимик тарит БКБ, Кунка тарит БКБ. Как только этот иммунитет к магии будет готов, я думаю, что ребята смаканутся и пойдут куда-либо. Но опять же, здесь еще есть фактор Аегиса на лине. Ты с этим Аегисом драться не то чтобы очень хочешь. Лина сейчас набивает очень-очень больно. И, по сути, быстро ее законтролить нечем. То есть там никто такого ДПС руки ей не выдаст. У нее есть БКБ, поэтому, да, то есть про магию мы здесь не особо-то и говорим. Да, там есть минус арморы. В виде свормов, в виде тучки алхимика и так далее. Но даже с этими моментами ее не особо сильно сейчас бы пробили. Ну, сейчас сверху не хочет воевать, потому что у БМа появился второй доминатор, это пик его силы. Там, кстати, БКБ на Кунке тоже появилось, об этом пока что еще парни из Ферзей не знают. Супернова готов инициировать Бестмастера, нет, Цемку. Цемку разрывает за секунду, там с ней все понятно, еще и связки полетели. И Сало мешает что-либо нажать Джона Траволти, он, наверное, Лагуна. ТСЭ сразу ушел. А Шашаше надо просто уходить отсюда. Король Ренат. Не сосилил никаких шикучей, поэтому... Через 2 секунды будет крест. Ну и, в принципе, да, отсюда тоже товарищ Чевчелиус никуда не выходит. Ой, вот это подарок! Продолжения не будет. Да-да, не надо. Дейра. Можно, кстати, попробовать выбить Аегис из... Ну, лучше отпушить линии, на самом деле. Подфармить еще денег. И у алхимика БКБ уже совсем скоро будет через 1100 голды. Тут вопрос в том, как они так хорошо напали. Неужели они видели? Ну, то есть, я не очень понял. Алхимик, походу, имел инфу какую-то о месторасположении ЦМ-ки. То ли сама ЦМ-ка Двардио. Так там же вон... Еще что? А, у них вот этот вижен, да, все это время стояло? Да. А ну да, все, тогда под вардами, по чужими сыграли, ошиблись, получается, ферзи и не раздавардили. Ну ты уверен, что эти варды были в тот момент, когда... Слушай, я смотрю по таймеру, 5.08, учитывая то, что он стоит там 6, это, ну, драка сколько минут назад была, я думаю, что нет, я думаю, что этого варда не было, скорее он увидел ауру дракона, да, который, типа, бестмастера сюда подвел под Т2 вышку, и решил прыгнуть наугад, ну, коли уж рядом где-то здесь бестмастер, можно его пытаться законтролить, я думаю, что так, скорее всего, было. Ну, опасно так делать. Ну да, то есть, ты знаешь, ты на абразуру, типа, подписался, но ты сейчас выиграл лотерею. С другой стороны, возможно, они видели какого-то игрока на другой части карты, поэтому решили, что в меньшинстве находится ферзи, поэтому просто форсанули драку. Ну вот, подозреваю, что это тоже может быть моментом. Ажижаж. Палец на миду. Является ли это подбайтом, кстати, на миде? Скорее всего, да. Да, это подбайт через смог. Точно, да. Просто, типа, Вивер видит Лину на миде, думает, ну, пацаны стопудов здесь играют на миду. Соответственно, не страшно, выходит, получает по щам. И что прекрасно в игре ферзей сейчас? В том, что они даже за саппорта получают довольно много, по той причине, что они играют против алхимика. И на самом деле, сейчас алхимик не выигрывает. Ну, то есть, в смысле, Луна не выигрывает по нетворсу. Луна имеет нормальный нетворс в присутствии алхимоса просто. То есть, сейчас, по факту, нетворс нулевой. Но из-за присутствия алхимика он 6000 плюс. И поэтому тебе дают плюс бабки, потому что, ну, система Dota, да, считает то, что ты проигрываешь. Хотя на самом деле это не так. Ладно. Ну а вы, дорогие друзья, не забывайте про баннер под окном трансляции, кликайте на него, регистрируйтесь и получайте приветственный фрипет до 10 тысяч рублей от наших друзей в Винлайн. Ну, знатно, да, так скажем, во вражеском лесу ферзи обосновались, сломали Т2. Ну, понятное дело, это плацдарм, опять же, на будущее.
То есть, ну, через эту линию не то чтобы, видимо, нужно играть команде Луни. Прямо сейчас они больше толкают нижнюю линию, как правило, и бывают. Могут идти во вражеский лес. К слову, они сейчас в этом смок-выходе, возможно, кого-то найдут. Рубик не то чтобы супер приоритетная цель, и плюс ко всему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У Рубика чуйка прокачана, знаешь, как у Человека-паука. Вообще Лину могут убить, кстати. Она в ниже. А, сентряк нужно поставить. Да, они Вижн сломали. Шедоблейд также появляется у Кунки. Шаша заканчивается. Там Сильвер уже летит к нему. Окей. А, ну да, да, у него же был кристалл ранее куплен. Ну, в целом, я сейчас скажу, с одной стороны, вроде как Алхимос большой, Кунка большой, им надо идти драться, но пока реализация нулевая. Смотрим дальше. Ну, окей, Цемка это вообще не герой, это крип. Можно просто отойти. Лину не потерять бы. Лин там еще и с хостовой, с БКБ, да, поэтому. Слушай, ну Лину сейчас будет наваливать очень больно. Ее законтролить быстро будет крайне тяжело, плюс есть пуч, который втанчит очень много урона. Очень нужно, чтобы у Ферзи была хорошая позиционка. Если хотя бы один из героев ее подведет по этому поводу, то она просто, ну, вымирает. Да, потому что ДПС в нее влетит там вместе с Акункой, Алхимиком, нормально так. Под минус армором мы понимаем, что она все равно умирает. У нее армора у самой нет никакого. Да, а мой господи, как же она не хочет БКБ прожимать. Пришлось БКБ прожать. В нее втерся тут еще пуч за нее, точнее. А у Пуджа Аганим не прилетел, лол. Ой, еще и связали, какая грязь вообще лютая. Там бы Рубик еще не подставиться, курсу быстренько поменял на другой скилл у нас и даблкил. Смотри на ботом, смотри на ботом, смотри на ботом. Жестко. И он а там БКБ прям... нет, Кунка это знает. Да, он да, через крипов хочет ее. Да, да. Опа! А БКБ нажал бы, убил бы ее. Но пожалел БКБшку. Он причем видел то, что она руки... ну, в смысле, анимацию стана он видел. Он, ну, ее достаточно легко прочитать, да? То есть она стоит, бьет, потом останавливается, нажимает стан. Ты даешь ей в этот момент удар, нажимаешь БКБ, потому что к тебе летит Lightning Strike Array, у которого задержка довольно большая, там 1.2, по-моему, что-то такого плана. И ты просто убиваешь мидера команды, у которого топнет ворс у своей тимы. И ты такой, типа, ну, легчайший вообще. Но нет, пожалел. Пожалел. 0.5 там задержка, я посмотрел сейчас. Чё? Ну и ладно, 0.5 там задержка перед тобой. 0.5, да, но я к тому, что все равно, это для прошника это реакция достаточно, да, то есть не надо быть 100 пудов, ты можешь даже... Не надо быть ранней версией Miracle, чтобы на это среагировать, грубо говоря. Да, ты можешь даже начать не с того, чтобы выйти с инвиза ударом, а нажать БКБ, и тогда выйти с инвиза и сразу же ударить по этому, по кабанцу, и дальше уже по линии, в смысле, на линию... А тогда нажимаешь БКБ, разве не выходишь из инвиза? И чё? Как не, это поменяет ситуацию? Ты все равно бьёшь по крипу, потом даешь крест. Ну, вообще, да. Так, а что у нас здесь? Выход с маках от ферзей. Попытаются кого-то подловить. БКБ на кунке есть, на всех есть. Ой-ой-ой, они не видят. Они не видят Primal Roar тем временем в Виверну, но никакого ДПС, верно, нету под этот Primal Roar. Поэтому смотри, ферзей проиграли смотри, драку. Смотри, сейчас кунка. А что с ним? Застрял. Застрял? Понимаю. Жрут алхимика, алхимика скоро, БКБ еще есть, но когда закончится, ему будет больно, очень больно, потому что у Пуджа гоним. И, ну, в общем, да, из-за того, что Кунка застрял, из-за этого тимфайт все-таки был выигран ферзями, хотя начался он крайне печально. А Шаша, вы видели это? Ты видел это? Да, что крипа, типа... Телекинезнули крипа, чтобы Шаша сделал на него ТП еще дальше, и чтобы он нашел супернову и убил его в соло. Кек, БКБ, минус супернова, а вот этот парень БКБ нажимает. Ну а чё? Оно откатится, а соперник в таверне пока сидит. Да, да. Мы качаемся. Какая грязь. Так, ну ладно. А чё там Октарин алхимик фармит? Вот ну... Главная проблема этой игры, короче, с точки зрения какая? Ферзей, потому что мне ужасно нравится то, что Ферзей делают. Они реально даже лучше кнопки сейчас нажимают, хотя проиграли линии. Это то, насколько мало фармит пудж у них и мало фармит бисмастер. У Вивера практически столько же натвор, сколько у Пуджа. Это не дело, да, то есть пуч из таких игр, он герой больше про темп, он, конечно, может из таких игр камбэкать при помощи множества флешкипов, но все равно его просто не хватит по ДПСу, то есть Лина в соло такую игру может не вытащить. А Гадим давно появился у Вивера?
Да нет, по-моему, вот только сейчас. Видимо, только сейчас, да. Ну, слушай, да. Это несколько меняет расклад сил в драке. Да, да, это двойной алхимик или двойной кунка, там, в зависимости от того, как они решат. Я все еще считаю, что кунка Кири расслаблен. Хороший подсейк от Виверны. Барабан пошел жрать. Получил курсу и ГВП. Для барабана, наверное, отдыхаем. Там еще Чучелюс, скорее всего. Чучелюс. Лина рядом. О, боже, какой вообще развал. А у Лины БКБ нет 10 секунд. У Лины БКБ нет 10 секунд. Вот крест, если бы не остановился. Корабль. 3 секунды. Все, БКБ есть. Но Шут понимает, что он просто не перебьет сейчас Лину. Он не перебьет ее. Он уходит в инвиз. Пытается убежать. Тем временем Джон Траволта пробивает Дейру. Все. Все, и Рошана, и Рошана. И Рошан только-только, да, респавнился, я помню. Неужели у нас 3 карты будет? Я буду вообще в нереальном совершенно офиге. Напоминаю, что ферзям эту бестов 3 не надо выигрывать вообще. Они проиграли первую в сумасшедшей борьбе, в которой, на самом деле, конечно, все это время Луна доминировала и должна была выигрывать карту. И она это сделала, в конце концов. Но сейчас заливалово от Луны просто невероятно. А все почему? Что они взяли себе недефолтного персонажа на мидл, и имбач просто его не ощущает. Его тупо нет. Ты видишь Гримстрока на карте? Я не вижу. А это мидер. Ну да. Я не сравнить, да, мидер команды ферзей сейчас, ну, по да, факту. Да, да, да. Понятное дело, что это разноплановые мидеры, но так или иначе. Слушай, а здесь ТСА пытается убежать, и у него нет таймлапса, он умирает. Сорян. Умирает пуш, к слову. Тоже плюс небольшой для команды Луны. И корабль полетел в Лукисы. Ух, тут нам, ну, тут верно забрали через Primal Roar. Вигит Сика, Таша-Шаша. 8-1. Ну, мы говорили о том, что Лина здесь — это надежда, самое главное. И Шашаш выкупает этот мув. Что ему сейчас надо доминировать, ему сейчас надо максимально быть полезным для своей команды. Самое интересное, что там один контроль сквозь БКБ, и все. А, подожди. Да, да, один контроль, да, это курса Виверна. Все, больше никакого контроля нет. Ну, то есть, типа, если ты покупаешь контролем, типа, теоретически говоря. Ну, теоретически, да. Ну, условно, ладно, ты можешь взять там в перспективе где-то грейженный, все, у меня этот, грейженный башер, забыл, как называется. Абиссл, во. Да. Так что, может быть. Ну и БКБ тоже не бесконечная справедливость ради. То есть, ну опять же, не алхимик не успевает, так скажем, знаешь, раскаять даже эту Лину, потому что от нее тычки летят прям супер болезненные. Несмотря на то, что у тебя вроде 2500 хп, но у тебя армора вообще практически нет. Ну, для этой Лины. Короче, по ощущениям, честно скажу, это будет очередная игра, в которой Кунка доказывает, насколько он юзлесный крип на керри позиции. Посмотрим, посмотрим. Дело, ну, конечно, у меня чуде, у него-то все я, хорошо. Не, я понимаю, да, именно сам герой. Ну, я, честно говоря, присоединюсь к тебе, потому что ты можешь иметь кунку на центре с дохренищей аур. Там, да, там аганимы всякие, торреты летают, что-то волны какие-то катаются там и так далее. Это действительно неплохая история в долгую, когда у тебя, да, там кунка очень много может впитать, задизейблить, да еще и урон нанести попутно, дать тебе, так скажем, резист небольшой. Но в целом, да, конечно, как позиция, один крайне тяжело, если у тебя не супер много шмоток. У него, кстати, нормальное количество шмоток, топ-1 на Творос, 2500, но по области ты не даешь столько урона, как хотелось бы. Ферзи очень круто в позиционку играет, не забываем, Бестмастер — это один из лучших, наверное, персонажей в плане, да, там, виженные и выигранные позиционки. Ну а вот теперь посмотрим. Да, у Пуджа проблемы сейчас, он умирает. Но что дальше? У Лины есть Эгида. Все еще. А заканчивается у нас Chemical Rage. Ой-ой-ой-ой-ой. Лагуну? А че Лагуна-то жалеет? Во. Странно было, конечно, с его стороны. БКБшку не жалеет до Аегиса, убивает Кунку. Шут просто ничего не может сделать, он просто стоит и смотрит, как его убьют под Primal Roar'ом. Ну и все, и мать, вот это мидер, если не... что. А, это корабль Рублика, да, уже. Да, да. Рублика. Повезло им бачу, что он просто не словил Lightning Strike Array. О, да, дорогие друзья, этот походу пахнет ГГшечкой для Луны и третьей карточкой для нас с вами. Вот так вот. Такая вот дота. Страшная. Непонятная. Лотус Орб. Ну, у нас алхимик, короче, полностью пошел в саппорта. Ну, в смысле, не в саппорта, да, а такого утилитарного героя, который не на себя рассчитывает, а помогает Кунке, помогает имбачу.
В общем, по факту у тебя соло керри Кунка, все остальные это просто вспомогатели. И это, честно говоря, ощущается как не самый лучший... Не самое лучшее решение. Я предпочел бы, чтобы алхимик пошел по дефолтному билду через там Радик, БКБ, Блинк и что-нибудь такого плана. Ну, может быть, если не Радик, то какой-нибудь Армлет, БКБ, например, да, Блинк. Вот. И мочить самому руками. Потому что у него офигенные таланты есть на ДПС. У него все 4 таланта есть на ветку ДПС с руки. Атак спид, дэмэдж, клиф и кемикл. Точнее, что там, скорость, по-моему, бега, да? Так. Барабаныч. Захавал своего оппонента. Ну, тильт творится лютый. Невозможно играть доту. Напикали фигни, короче. Парни из Луны. Медовый гримстроук, который явно удавал своим бачан где-то там в паблике. Вот мог бы забрать своего кунку на мидл, и вообще нормально бы все у него было. Да, мы помним, насколько много от кунки было импакта, когда этот кунка был медовый от имбача в предыдущей карте. Вот. На этой карте вот у имбача в руках гримстрол, профлан лицо. Ждем, конечно, от него дабл хекс, очевидно, да, то есть дабл хекс круто. Круто, классно, там с блинка будет. Давайте, ультимейт, дабл хекс. Но ДПС-то где они возьмут? Че, кунка? Ну не, он на кресте давать. Да. Нет, я про то, что кунка не будет ДПС давать, к сожалению. А, это да, это поэтому, да. Поэтому как бы уже можно писать вешечку и идти следующую карту. Хотя, конечно, ферзи все еще могут нахапать здесь просто потому, что будут слабо исполнять. Но тут выглядит так, как будто все у них будет окей. Но они пытаются, да, Пуджа ферст таргетом взять, но Пудж на самом деле уже не так-то прост. То есть, да, если посмотреть на него, там 3000 хп, плюс плита подъехала, то есть там и армора хватает, и кераса у Лины. Понятно, что кераса у Кунки есть, отрежет чуть-чуть, но глобально нет, тяжеловато. Там тем более, что алхимик-то запрыгивал без Chemical Rage и без БКБ. То есть его просто, понятное дело, схавали, несмотря на подсейф от Виверна. И, к слову, это не было ни одной курсы еще, чтобы убить как-то Лину. А это главный дэмэдж дилер. Сейчас Аеги закончился, и, возможно, такой, знаешь, ну, не танцевал. Так, ну чё, камбэк погнали или нет? Или все-таки не получится? Не. Ну ладно. А, у Лины еще и Вичблейд. Я просто столько видел игр, которые ферзи доминировали, а потом начинали заливать, что я уже боюсь. Ашашаш, БКБшку не хочется нажимать. Совсем не хочется. Крест. Вот теперь хочется, да, теперь придется. Интервьюверновский ультимейт от Рубеса не работает против алхимика. Ой. Видишь, вот есть плюс другой. Того, что Кунка плохо дамажит, да? Вот смотрите, посмотрите, что может Кунка керри? Вот его вернули, вот вторая его жизнь. Пошел ДПС. Лина умерла. Поздравляю. Поздравляю, ГГВП получается. Получается, я идеально накаркал, чтобы у нас не было три карты. На бессмысленном best of 3. Подожди, Кунка продал Блинк и опять его купил. Чего? А зачем? А зачем? Ты уверен, что... Ну, в смысле, так ты имеешь в виду то, что без потери денег? А как без потери денег? А, понятно, ладно. Турбочарджер наш. Комментатор доты. Ты можешь купить и продать без потери, если в течение 10 секунд. Нет, я знаю, что это, ну, работает, да, когда ты только-только купил артефакт. Ага. Когда он у тебя уже долгое время, это же не так работает, нет? А, ну у него долгое время, он типа купил продал. У него блинк уже ну, минуты 3-4, когда они еще на базе стояли. Okay, но okay. Я про это. Okay. Так-то я знаю, что ты это можешь купить. Я просто. Ну ладно, я, короче, не хочу просто вдаваться в подробности, потому что это ты видел, я этого не видел. Там же иконка просто справа. Кунка покупает блинк-даггер, хотя он купил его минуты 3 назад. Не могу подтвердить, что он купил его тогда. Не видел. Можешь поверить, не нас. Но нет, тебе я верю, просто вдруг. То есть шансов на то, что он сделал ошибку, чем нежели ты сделал ошибку, да, больше у тебя шансов, что ты сделал ошибку, чем он. Ну понятно, понятно. Поэтому я верю в то, что я ничего не видел. Вот так вот люди не верят в НЛО, а оно есть. Оно есть, оно сидит прямо под твоим домом. Да. И на лошадь тебя и твоих соседей. Так, а что там по каменноголовому? А пока его нет. Каменноголовый сидит, ждет своего места. Через минуту появится, да. Так, что, Лина. Лина, блин, какая же это Лина сок. Огненная, да. Девчина.
У нее при этом всем чё, кераса, потом будет она делать сатаник, хекс, что-то хочет или что это? А, это брушь. Но она взяла себе вичблейд? Это брушь из вичблейда, да. Да. Окей, окей. И будет Ravenous Brooch. Я, кстати, не видел, по-моему, на линии еще ни одного бруча, но здесь он хорош против виверны, понятное дело. Это, наверное, единственный вообще артефакт, который нерфит один спелл. Классно, классно, спасибо, что придумали. Ну, может быть, не один, конечно, но я имею в виду, вот конкретно вот курса, точнее, Embrace является супер-мега сильным, конечно же. Так, а нужен еще Хекс, конечно же, на Гримстроке. Есть Шотган, есть Октарин. Но вот Хекс был бы вообще прям самый вкусный сок из всех соков мира. Так, ну и Рошан появляется. А разведка-то есть со стороны команды Луна? Вот барабану бы к этому таймингу БКБшку бы зафармить, вот это было бы очень важно. Потому что у Барабаныча проблематика с тем, что он может кого-то жрать, но не очень долго. А надо Клок долго. У него есть еще талант на Дисмембер же. Но они просто так этого Рошана профукали, да? Не-не-не, они пойдут. Или не пойдут. Куда? Как вейт? Куда они пойдут там? Вообще пофиг, да? Ну ладно. Амая-амая. Ну, возможно, это кол, если что. Возможно, это кол, типа, забить. Аганим забирает себе Чевчелиус, у него теперь будет два спала на стил. Сейчас посмотрим, как король Ренат будет людей убивать при помощи двух спалов. Забрал себе крест, забрал себе Cold Embrace. Будет морозить и одновременно крестовать. Как бы это ни звучало. Почему он себе еще и сыр забрал? Может, сыр все-таки барабану отдать? Нет? На Пудже. А зачем вам эта драка? А просто зачем потому, что драка? Можно быстро барабана забрать. Барабан. Барабана что-то не быстро забирается. Он еще и жрет. Он жрет двоих одновременно. А, нет. ГГ. Да, он жрет двоих одновременно. ГГ. Зачем гении доты просто на драка? Лунах. Я не знаю, они хотят третью карту, чтобы мы никогда в жизни не закончили комментировать ее сегодня. Хотя она не имеет никакого значения для ферзей. Вот, но они выигрывают по ходу эту карту. А, дорогие друзья, напоминаю вам о том, что вы выигрываете до 10 тысяч фрибетов, если проклассаете по баннерочку по трансляции от Винлайн. И заход на ХГ, байбеки, сколько? Две штуки имеются. Жесть, ну это, конечно, файт был максимально мемный. Грязюка лютая, конечно. Ну, байбеки есть, три штуки, ну а что толку, если твоя женщина плачет из-за того, что ты делаешь? Да, и сыр наконец-таки Пуджу отдали. То есть вот реально, если бы вот там сыр был еще в Пудже, и они на него напали, я бы вообще орал. Так, Чевчелиус пошел. Пошла флотилия. От него промазал себя, он выжил из-за этого. Если бы не ром, то он бы погибал. Ну и еще видно, что еще и Пудж помог, тут понятно. Мне нравится, как Пудж отрыгивает, когда выходит из него человек съеденный. Это же надо вот... Кто интересно, озвучивал отрыжку Пуджа? Вот есть же, да, там войс-анаунсеры там всякие. А кто рыгал, когда озвучил Пуджа? Интересно мне. Так как это, скорее всего, добавленный звук, еще уже после того, как озвучивали Пуджа оригинального, да, потому что у него же не было этого шарда, то, скорее всего, они просто взяли... Прости, что я твой, ну, разрушу твои мечты, но его, скорее всего, взяли из библиотек. Ну, в библиотеку же тоже кто-то рыгнул. Ну, кто знает, кто это был, когда. Плюс было бы круто, понимаешь, если бы Valve правда наняли бы специально себе мужика, который пришел бы к ним в офис. Профессиональный рыгатель. Профессиональный, да, вот профессиональный чел, который сугубо для того, чтобы один лайн для Пуджа озвучить, пришел и записал, и получил бабки. Но, скорее всего, они все-таки скачали этот саунд, купили его, ну, для использования лицензионного, да, на каталоге. Да, меня так размазывает что-то от этой мысли, что у кого-то человека купили его рык. Блин, это ж вообще мем. Вот так надо жизнь прожить, друзья. Чтобы покупали ваши звуки. Природы. Так, ну а на что рассчитывает Луна, мне интересно сейчас. Я просто смотрю на эти передвижения, и мне смешно. Почему? Хотя я вообще, ну, я рак. У тебя просто, истерика от того, что у тебя будет третья игра в катке, которая должна была... А там пацаны такие в коллекции ждут. Гром, ты что там, скоро, да? Да, пацаны. Ладно, шучу. Никто меня не ждет. И никто не пишет. А я никто не ждет. Не, полковника. Не хочет ее видеть, не хочет ее видеть, а... Супернова! Бум! БКБшечку бы, корабль в бухту. Пошел байбек от Винтера Виверны, там его застол, залил ашашаш. Барабан влетает, нажимает ультимейт, жрет одного.
больше никого не жрет, идет душит своим ротом. Минус Вивер. Вивер нас байбека дала курсу, но какая-то она прохладная, это курса. Барабан нажимает сыр, пукает эту Виверну. Виверна просто думает, да зачем вообще это все? Ультимейт, вообще супернова влетает, убивает барабана ульту, но это все, что он сделает в этой игре. Пишите! В. Официальный кейк В происходит. Они реально это выиграли. Они залили в лайне настолько в слотье, кроме мида, что уже было ощущение, что это возможно будет ГГВП. Но Кунка Керри и медовый... Кунка Керри, который useless, и медовый Гримстрок, который тоже useless. Ну, не то, что useless, а он настолько же полезен, как и на сопротивной позиции. Вот. Победил useless push? Победил... Не, почему useless push? Push нормаль. Чё? Линию, кстати, залил в салат, но, видишь, камбэкнул. Молодец. Кроссава получается. Они в итоге на Т4 пошли. Сейчас как шут, как шундарахнет. Уф, шундарахнул, да? Что он аж саппорта не может убить. Ну это вот тут самый Кунка Керри, ну что сделаешь. Он думал, что у него будет какая-то поддержка в виде алхимоса, типа тоже плотного, там, большого гримстроука, что у них там корабль в бухту будет лететь круто, но... Короче, да, зарофлили. Вот зарофлили ласпиком со своим гримстроуком, Керри, в смысле, этим мидером. Не, грустно, грустно, что гримстроук не победил. Напомню, что должен был быть вообще изначально Рубик мидл. Да, да, да. Ну а что сказать, что сказать? Устроены так люди, что вот, ну, где-то не могут закончить, где-то не могут начать. Так что... Ну, в этом ничего такого нет. Ладно, друзья, я думаю, что наша речь здесь пока излишняя. Дополнение по поводу блинка, кстати, от Кунки. Нам все-таки рассказали о том, что все, окей, не продавал Кунка блинк, деньги он за это не потерял, во всяком случае. Так что просто, я правильно делал, что тебе не доверял. Смотри, смотри. Первый раз, когда он купил, я смотрел это до драки за 3 минуты. Потом у него появилась опять эта иконка сбоку. Короче, то есть, я тебе прошу не продолжать этот маразм. Просто сообщись. Я что, правда, думаешь, правда у меня маразм? Ну, возможно, ладно. Возможно, уже. Ну, ночь на дворе, кто знает, что с тобой там происходит, может, ты оборотень. А мы пока превращаемся в настоящих оборотней и отправляемся на паузу к следующей карте.